Нубик? Чего? Какой нубик? Наступление в клан. Стоп, это кто? Это нубик, не понял. Дуэль на вступ. А, так это этот нубик, братан, ну ты... ну, братанчик, ну ты нубик, конечно, полный. Окей, погнали, хорошо. Дуэль с нубиком. Ты думаешь, это от региона зависит? Да это полный бот, алё, братан, ты... Ты хотя бы, ну, смотри в мою сторону, а не... Нет, ты посмотри, как он играет. Братанчик, ну ты бот. Я понял. Не, ну это, ребят... Как бы тут уже очевидно, кто выиграл. Ладно, погнали, пацаны, мы как бы не ноем, а просто выносим его. Так, ну я так понял, он полный ботик и играть, ну, толком не собирается, поэтому просто будем его вантапчиками выносить. Кстати, ребят, показываю хаешку, запоминаем. Просто самая лучшая хаешка в игре. Встаем вот так вот, целимся вот посерединке и кидаем хае. Просто, смотри, он взрывается. Ну, хае имба, согласитесь. Ладно, давайте бомбу поставим. Я думаю, он не тупой, он в смок не будет кушать. Что? Что это было, братан? Ты что меня пугаешь? Ты, братан, играть учись. Ну, просто 0-2 как бы в мою пользу. Ты когда собираешься играть? Ой, он сейчас горит. А, он... Чего? С такого расстояния нафиг? А, ну это же спас, я забыл. Ну это дефолт для стендоффа. Ладно. Я так понял, он мне сейчас поддается, а потом хочет закомбэчить, но я ему не дам это сделать. Просто смотри. Дави. Ребят, это... Что? А как он там? Бля, он реально подо мной был все это время. Твою налево. Ладно, хорошо, пусть будет. Ладно. Я подался, ребят, я подался. А он, смотрите, он уже учится на своих ошибках. Хочешь поднять голды? Советую тебе на булдроп. На булдропе вышла новая обнова, где добавили булпас и обменник. Пополнить баланс можете по моему промо на плюс 23%. Открываем новые анимированные кейсы, окупаемся и получаем скибидишки. Чем больше ты накопишь, тем лучше скин ты получишь в обменнике. Давайте попробуем обменять. Нам выпадает аркана за 200 голды. И все, что подняли, ставим на вывод. На булпас поднимаем уровни за то, что просто открывали кейсы и выполняли задания. Все ссылки и промокоды будут в закрепе. Все, вот тут, да? Вот. Он тут? А, он не тут. Я думал, он тут. Он тут, реально! Вы видели, пацаны? Он реально тут. Блин. Он реально был... Не, сначала думал, мне показалось. Вы видели, у него дуло торчало? Прям через стену. Братанчик, не советую в стендоффе в упор к стенкам вставать, потому что у тебя просто руки через стену проходят. О, привет, привет, МГ, привет, брат. Спасибо. Да как? Блин, ну почему он именно там стоит? Я думал, он вообще в коне. Блин, ладно. Окей, пусть будет 3-4. Но я как бы сейчас буду за КТ, поэтому, ну, это будет изи. Типа, за теров это более-менее неплохо. Что? Боже, у меня стакан в воздухе летает. Нормально? Стакан в воздухе летает. Нормально, да? Нормально, ну как бы, а чё бы не полетать стакан в воздухе? Ну пусть летает, кто против. Меня что, пушить будет? Ой. Ой. Тихо.
Да блин, я спалился, ну нет! Я спалился, блин! Что? Я думал, он меня взорвет сейчас нафиг. Повезло, повезло. Ну что это? Почему мы одновременно с ним флешки кидаем? Подожди. Не, надо забирать. По-любому, ребят. Найс! Как... Блин, вот это было красиво. Хотя, в принципе, дефолт, но 5-3, как бы, я уже, можно сказать, выиграл. Погнали. Покупаю спаси, ой, дробаш, и просто в прыжке его буду сейчас выносить. Я... Вот тут. А, да что? Как я сгорел? Мне страшно. Бля, он тут. А, что? Ребят, это мы не вставим. Это мы вырезаем, как я сейчас жестко обкакался. И не убил его. Ладно, хорошо. 5-4. Ну, это я просто не размят, ребят. Все же понимают, что сейчас я просто, ну как вы, разомнусь и буду просто всех выносить. Погнали! Братан, ты адекватный? 5-5. 5-5, просто капец. Ладно, понятно. Ребят, хотите, я вам носки покажу? Генда, тихо. Ой, что? Ну как он попадает? Братан, ну хватит потеть! Ну блин, я не размятый пути. Я сейчас заплачу. Так. Это трындец. Нет, ну блядь, я выхожу, он мне сразу с первой ставит. С этого спаса. Ну как? Подожди, давайте его проверим на читы, пацаны. А, понял, с читами. О, пацаны. Ну как? Тихо, пацаны, по мне инфы нет. Это просто гениальная позиция, смотрите, вот так встаем. Главное, не в упор, чтобы он меня не видел, а вот так, чуть-чуть с расстояния. Тихо, ждем пока... Кушаем его. Ребят, хорошо, я... Понятно, ну, значит так, да? Значит так, ты хочешь, да? Бля, ну он же стрим смотрит, или он с читами. Он, походу, у него читы, смотрите. Блин, он... Это норм? Да как, алё, вы... Блин, вы видели, какой гениальный мув сейчас сделал? Блин, вот это был реально гениальный мув. Ну что? Да такое, блин. Ну какую ты мне хае кидаешь? Мин! Блять. Я ему дал минус 98. Ну я просто, чел, не понимаю, что это такое. У него 2 хп оставалось. 2 хп! Мне что, блядь, сделать? 2 хп! 2 хп, блин! Я, короче, понял. Я ботик какой-то, понятно. Ну, эту катку мы как бы вырежем. И спасибо за игру, бро. Братан, вырезай все моменты, где я сливаю, и вставляй только те, где я выиграл. У меня второй акт. Добавишь в клан. Ну, могу. Брат, все моменты, где я сливал, ты как бы вырезаешь аккуратненько и вставляешь только те, где я выиграл.